Газификация частного сектора легче и быстрее. Госдума готовит законопроект, упрощающий строительство распределительных сетей. Сейчас, чтобы подвести голубое топливо в сельскую местность, требуется получить большой пакет разрешительной документации. Касается это не только крупных магистралей, но и мелких труб, которые подведены непосредственно к жилым домам. Все это в значительной степени тормозит процесс газификации. По новым правилам, газораспределительные сети с низким давлением можно монтировать без разрешения на строительство. Это значительно снизит стоимость работ. Примечательно, что в Ивановском регионе упрощенная схема действует с 2017-го. Тогда областной парламент воспользовался своим правом и внес изменения в градостроительное законодательство. Областной думой Ивановской области в прошлом июле 2017 года был вынесен закон, поправки в закон о градостроительной деятельности в части отмены необходимости получения разрешения на строительство газопроводов-вводов в подземном исполнении. В настоящее время подготовлен закон о внесении изменений также в закон о градодеятельности Ивановской области, где необходимость разрешения на строительство газопроводов-вводов будет отменена также еще и в надземном исполнении. То есть независимо от исполнения газопровода.